Привет, привет! Hello, everybody! Вы на канале Мистер Марк. Привет! У нас есть невероятные яйца. И с них скоро вылупятся интересные зверюшки. Нам очень интересно, что там внутри. Похоже, тут цыпленок. Тут непонятно что. Наверное, тюленчик, морской котик. Вот здесь змея, настоящая змея в середине яйца. И здесь, наверное, дракончик, но его надо оттуда как-то достать. Класс. Надо ждать, чтобы они вылупились. Но мы можем помочь им. Как же сделать так, чтобы они быстрее оттуда вылупились? Надо теплом их оттуда достать. Да, Марк? Для этого мы берем теплую водичку, мысочку с теплой водичкой, и будем опускать туда наши яички. И доставать оттуда зверюшек. Какое яичко первое? Ну давай, бери яичко. Давай, мама поможет. Бери яичко. И окунай его в теплую водичку, чтобы оно скорее разогрелось. И оттуда вылез этот зверек. Посмотрим. О, смотри, еще чуть-чуть. Давай будем греть его. Давай. Ну что там? Как успехи? Уже видны ручки, ножки, мордочка. Я думаю, еще совсем чуть-чуть. И появится морской котик. Да. Yeah. Давай, помогай ему. Мы ему немножко помогли. Пусть теперь еще вылупляется. А следующее яичко какое мы берем? С цыпленком, давай. С цыпленочком. Посмотрим, как этот цыпленочек там будет вылупливаться. А наш цыпленочек почти уже вылупился. Мы тоже ему помогли. Теперь достанем. Пусть тоже лежит. Дальше растает. И возьмем следующее яичко. Какое яичко возьмем? Ну, давай туда посмотрим, что же в этом яичке. Какая зверюшка? Дракончик или динозаврик? Нет, ты боишься? Ну, давай. Ну что там, что там? Смотрим, что там? Что там такое? О, это какой-то дракошка, динозаврик. Ой, да, дядю. Да. Положим его тоже, чтобы он до конца расставал, грелся. И берем последнее яйцо со змеюкой. Не бойся. Ну, Марк боится змейки. Мамочка поможет змейка, чтобы поскорее оттуда не-не-не. А мы наблюдаем дальше за нашими яйцами.
Кажется, змея скоро вылезет оттуда. Ну, давай посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, морской котик. Ой, он хочет играться сразу, хочет убежать. На, на. Водичку его сразу надо брать. Водичку. Оттуда. Динозаврик еще и курочка сидят. Змейка хочет уже глазить. Не. Ну смотрим. Посмотрите, это динозаврик. Динозаврик. Хорошенький какой. Еще цыпленочек. Ну цыпленочек, иди к нам. Цыпленочек. Такой цыпленочек. Маленький цыпленочек. Посмотрите-ка, наша змейка тоже почти уже вылупилась. Давай ей поможем. Пока-пока, ребята! Если вам понравилось наше видео, ставьте класс, будем очень рады. И до новых встреч. Пока!